моменте из первого тайма. Будем настраиваться на второй. В первом тайме голов немного, счет 1-0. Тренеры команд в перерыве сообщили футболистам свои соображения о матче. Надеюсь, это положительно скажется на их действиях. Эта команда любит атаковать большими силами, ища возможности для взятия ворот. Эта атака смотрится голевой. Вратарь легко взял этот мяч. Лам. Нестандартный ход. Клозе. Здорово, защитники сегодня играют. Робин. Судья назначает штрафной. Правильно, не надо рисковать. Эта атака смотрится голевой. Будет замена сейчас. И замена. Место. Максел. В сложной ситуации футболист. Месси. Ну что ж, ничья. Хочется посоветовать тренерам позаботиться об укреплении линии атаки. Ну, чтобы забить такой гол, требуется не только опыт и мастерство, но и большое везение. Красивый гол. Повисло в воздухе, этаким топором, висит, не падает. И кажется, болельщики уже готовы взяться за рукоять этого топора и взмахнуть им. Команда вполне довольствуется самим фактом наличия мяча. Снова пас назад. Назначается аут. Чем же завершится эта ситуация? Уяль. Хорошая защита. Да, вот это я понимаю пас. Как грамотно играет защитник. Произвел тренер кое-какие изменения в тактике, укрепляя линию обороны. И вот мы видим, что эти изменения пошли на пользу. Игрок отдает мяч на край. Верно рассчитанная подача. Хорошее продолжение. По-моему, в обновленном сочетании оборона действует совершенно иначе, более эффективно. И атака на этом завершена. Замена. В команде необходим свежий игрок. Блестяще играет защитник, блестяще. Но еще и удача была на его стороне. Вот, вот, вот. Они попытались усовершенствовать ведение атак, но ничего при этом не выиграли. Я пишу!
прекрасный шанс забить гол. И он теряет мяч, но растяпа. Жестко по правилам проведен отбор. Да, не клеится комбинационная игра сегодня. Довольно супер! Супер гол! Великолепный! Ты молодец, да, парень! Сразу притихли болельщики, а? Я-то знаю, как этот вратарь переживает каждую неудачу. Очень ранимая личность. А сейчас сам подвел команду. Гнев болельщиков не хотелось бы на себе испытать. Сейчас они уже начинают заводиться, потому что обстоятельства против них. Возвращается назад. Мяч он не удержал. Да, офсайд. Защите просто повезло. За их спиной было очень много свободного пространства. Просто атакующие чуть спешили. Добились-таки офсайда защитники. Нападающий даже не успел понять, что происходит. Отсюда уже можно подавать мяч. Этот парень просто образец в игре головой. Очень интересное противостояние в центре поля. Игра ни на секунду не теряет своей остроты, потому что скорость нападающих, смещающихся к воротам, очень велика. Мяч летит на фланг. Матч окончен. Я поздравляю всех, кто был сегодня с нами. Не удалось сегодня придумать что-то весомое в противовес действиям соперника.